И вот, наконец-то, настал день Х. Сегодня мы будем сажать картошку. Погода отличная, и, как видите, команды уже в поле. Состав команд немного изменился. Иллюзионист Майк Бердников потратил свои магические силы на организацию хорошей погоды и не смог прийти. Вместо него в драниках появились спортсмены регбийного клуба «Красный Яр». У нас компания очень веселая. Самое главное, хорошая, потому что мы драники. Ура! Драники вперед! Ура! Только вперед, вперед! Драники. Мы банда, и мы не остановимся, пока не засеем всю картошку и не победим эту команду, команду мечты. Драники – это сила! Команда мечты Габриэля тоже претерпела изменения. Виталий Лалетин между выходами серий успел стать чемпионом Европы по армрестлингу. Стилиста Дарью Нощик заменил звукорежиссер Денис Плющев. Перед посадкой ребята совершили ритуал. Мы выбрали профессиональный подход к посадке картофеля. Начали это дело под руководством агронома. Глубина посадки картофеля зависит от фракции самой картофеля. Вот если мы видим картофель, да, в диаметре он у нас получается, ну, в среднем 4 сантиметра. Плюс 2 сантиметра надо, 2-3 сантиметра, чтобы земля была наверху. То есть в итоге получается у нас 6-7 сантиметров ямка должна быть. То же самое плод гребень. То же самое такая должна быть глубина посадки. Команда «Драники» будет сажать картофель традиционным способом. Однако мы будем использовать удобрения. Ну а мы удобрять картофель не будем. Мы будем сажать в гребни. Так, нарезаем канавки для посадки картофеля. Следующим образом, простым, берем тяпку и режем. То есть вот это у нас граница, оставляем сантиметров 10, я думаю, чтобы можно было пройтись между теми и теми. И пошли. Сколько еще раз сантиметров? 2-3 должно быть на вот поверхности, да. Лимон 3 вам? 40. 40. Следующая операция называется, ее надо, так сказать, спрятать. Ага. То есть засыпать. Так, просто засыпаем. Просто засыпаем. Валя, ну как тебе процесс? Процесс очень нравится пока что. Ну мы, собственно, еще только начали. Пока очень даже. Мы пытались вообще нарисовать скрипичный ключ и симфонию Рахманинова номер 5. Это концерт фортепианный. Но нам не хватает полотна, и мы с Виталием решили, что это будет просто красивый арт-объект. Когда-нибудь, Виталь, пробовал работать таким способом? Конечно. А сегодня почва позволяет в гриве работать? Нет, не позволяет. А почему? Под соплом. Если команда мечты очень быстро справилась с работой, драникам давалась тяжело посадка. Пыхтели и кряхтели, но продолжали сажать. Солнце еще высоко, а мы уже начали сажать картошку. Смогут ли наши команды за целый день посадить картофель на 10 сотках земли, узнаете в следующей серии. Партнеры проекта. Компания «Дары Малиновки» – один из крупнейших региональных производителей овощей и семенного картофеля. Сеть фирменных магазинов «Водолей». Большой выбор хорошего инструмента для любителя и профессионала.